Всем привет! Вы на канале Funny Games for You. И мы сегодня играем в новую игру Аквабайк Говорящего Тома 2. Давайте посмотрим, что нужно делать. Том пускается в погоню на аквабайке за своими друзьями. Да. Прикольно? Давайте посмотрим. Да. На игровой процесс. Итак, мы можем управлять им, естественно. Вот так он у нас плывет. Собираем монетки. Естественно, как всегда, мы собираем монетки. На которые Анжела подсияла. Ну, Анжела или кто-то тут раскидал, мы не знаем. А вот у нас уже и финиш. Да, такой у нас небольшой пробный дабл заезд. Да, пока что. 130 монет нам дали, и мы можем что-то построить. Это домик. Домик для говорящего Тома. Да. Игра похожа на бег за золотом, да? Тоже нужно собирать золото и строить дом. Да. Так, у нас уже соперник тут есть. Это Анжела. Он еще и дразнится-то, посмотри. Хулиган, Том. Да. Так, сюда, наверное, нужно подпрыгнуть. Соперник у нас типа такой. Ай, препятствия нас подтормаживают, получается, а вот эти вот штуки разгоняют. Ну, это немножко уже подольше. Нам дали сундук. Давайте откроем. 33 монетки всего лишь мы получили. Открываем сундук, и здесь... Под водой, смотри, классно, да? 100 монет. 100 монет. Ну что ж, отлично. А, еще и 15 бриллиантиков. Улучшение для лодки, видимо, у нас. Давайте посмотрим. Чтобы улучшить, нужно 100 монет потратить. Ну что ж, отлично. Получается, монеты мы все потратили на лодку. Давайте тогда еще заработаем на дом. Да. Внимание. Кто-то. Хэнк у нас еще появился. Том какой, а дразница-то, посмотри. Когда он обгоняет, он потом рожицу строит. Ай, Хэнк, это наши монеты. Ты куда? Кто нашел? Кто первый нашел, хочешь сказать? Ну да, в принципе. Кто первый нашел, чьи монеты? Кто ты получил? Еще сундук у нас. Откроем моего. А тут еще есть другие. Тут еще какие-то разные, да, виды сундуков. А, ну это можно, получается, как ежедневный сундук, видимо, он там через время активируется. И 83 монетки мы вот из этого сундука получили. И еще 3 кристалла. Ой! Новый аквабайк нам дали. Какой классный, да? Да. Супер. Такой воздушный. Давайте посмотрим. А, тут еще можно вот... выбирать. Вот, смотрите, это новый такой. Ух ты, какой он классный. Да, еще надувной. Ну что ж, давайте на нем попробуем прокатиться, да? Да. Такой он самый крутой теперь, смотри. У нас какие-то новые бонусы. Ух ты, что он делает? Он полетел. Как? Как? А мы тоже так хотим. А, вот, смотри, мы взяли бонусы, теперь мы тоже можем перелетать какие-то препятствия. Отдай. Вот он дразнится. Давайте еще вот. Так, это множитель монет, наверное, а это магнитик, наш любимый магнитик. Если мы попустим монетки, то он будет сам у нас. Да, магнитик сам все соберет. Ой, мы раздавили арбузы. Прикольно. Да, мы еще раздавим. Сейчас, как мы увидим, обязательно раздавим. Опять мы заняли первое место. Да. Ого, какой сундук, смотри.
Давайте построим тогда что-то. Ой, там крабик какой-то был, смотри. Том чуть не наступил на него. Да я даже не заметил. Так быстро. Мы еще улучшили, да. Вот здесь мы теперь поставили шезлонг. Мы скоро откроем Анжелу. Получается, да, нам нужно достроить дом Тому, чтобы открыть Анжелу. Ну, это как и бег за золотом. Давайте да, следующий этап. Ой, уже смотри, у Анжелы тоже такой аквабайк, как у нас. Да. Покруче теперь, чем раньше был. Так, Джинджер, опять ты наши монетки таскаешь. Это... Ой, что это? Мы были подводной лодкой, мы были. Да, и она там быстро. Какие классные тут улучшения. Так. Ой, проскочили. Это... Посмотрим здесь. Давайте арбузы раздавим. Интересно, что дают арбузы? А это что такое? Ух ты! Они под твоей водяная иголка. Арбузики. Так, магнитик кончился. Готово. Готово. Еще нам надо два флага собрать, чтобы открыть сундук, получается, да? Да, новый. Ну что ж, что-то можно улучшить. Давайте вот так. Еще один шезлонг поставили. Да. Еще добавилось у нас опыт наш. Да. Получается, вот здесь будет Анжела. Да, так то. И нам нужно будет ее открыть. А также будет Хэнк. Джинджер, Бен. Все, в общем, наши друзья. Ну что ж, давайте вперед. Продолжим. Да. Так, что-то мы отстаем как-то. Самый последний идем. Давайте улучшать нашу... Побег наш. Какая-то, смотрите, лесенка. Давайте возьмем бонус, что он нам даст. Ой! Опять подводная лодка, да. Интересно. Так, ребята, что это такое? Почему мы последние? Хэнк, не мешай нам. Отойди. Она магнитчик. Давайте опять занырнем вот сюда. Ой, как быстро. Очень интересно. Ну вот, чуть-чуть нас обогнал Бен. Ну, ничего страшного. Дали нам монеток. И сундук. Посмотрим, что в этом сундуке, да? Да. Ну что ж. 386 монет. 8 бриллиантиков. Еще улучшение. Ой, какой... Прикольный аквабайк. Еще какой классный. Давайте посмотрим. Давай мы поменяем на уточку. Давайте поменяем на уточку. Сейчас. Ее можно даже улучшить. Утка. Выбираем. Вот такой у нас аквабайк. Да, это утка. И давайте улучшим домик. Вот так. Ух ты! Пристроечка. Отлично. Еще попробуем на утке прокатиться, да? Да. О, Хэнка тоже такая. Так, Хэнк, это наш был приз. Ну что ж ты стащил? Давайте вот сюда. Мы его никогда не брали. Вот, давайте возьмем. Полетели, отлично. Сейчас мы обогнаем. Пока мы, да, лидируем. Я так понимаю, что препятствия будут нас замедлять, поэтому нам не стоит в них врезаться. Да, и мы случайно. Если только случайно, да. Магнитик. Очень полезная вещь. Арбузики там мы под... Поломали. Да, подполомали вот так.
Есть, мы первые. Да, на этот раз мы первые. Утка, молодец. Давайте возьмем. Утка. Поехали еще разочек. Да. Хочется достроить дом Тому и открыть Анжелу. Да. Анжела, кстати, вот на таком аквабайке, который нам тоже дали, да, розовом. А, это Джинджер, извините, я не посмотрела, это Джинджер на таком аквабайке. Давайте вот сюда возьмем бонус. Классные препятствия вот эти, когда в трубах надо пролетать. Да, и честно, мы тут можем прыгать как там за золото. Но мы только подпрыгивать, получается, можем вот на этих... Штука. Да. Вот здесь. Это мы и подпрыгиваем, и ускоряемся немножко. Давайте вот квадрат. Так. Е-е-е. Готово. Давайте еще разочек сразу прокатимся. Ух ты, какой у Джинджера там, смотри. Классный аквабайк. Так, Анжела, не мешай. Кто стащил? Если бы пойти, то мы обогнаем на 100 километров. Мы пока все равно лидируем, в принципе. Давайте вот лучше вот так бонус. Магнитик это был, отлично. Оп. Это разные бонусы. Разные бонусы, да. Тут не угадаешь, какой бонус возьмешь, получается. Это сюрприз. Дачка такой. Что же дают арбузики, я пока не поняла. Да, может быть, еще монетки. Давай построим. 400 у нас монет, и мы можем построить еще шезлонг. Тебе и так... Красиво. Три шезлонга для Тома и его друзей. Только получается, в том бег за золотом, там бесконечный бег, а здесь надо этапы выполнять, да, вот есть финиш этого заплыва, можно сказать. Да, бег за золотом. Ой. Бесконечный. Ну да, ты бежишь, пока не врежешься. А тут ты плывешь, пока не доплывешь до финиша. Да. Так. Оля, опа. Удвоище. Ай-яй-яй. Все монетки. Ну, они такие, что такое? Они такие прикольные. Когда... Да, двоечка сразу написана, когда мы удвоились, да, этот бонус взяли. На монетках двоечка была написана. Так. Ну, вот сейчас много мы взяли монеток, кстати, сразу. И опять мы первые! Супер! Один раз мы всего взяли второе место. Бен нас там обогнал. Хулиган. Ну что ж, да. Давайте дальше. Давайте в следующий раз поменяем, наверное, аквабайк. Что это такое? Смотри. Это... Я не поняла, что сейчас было? Что-то они там на радуге друг друга тянули, а как же я? Да. Так нечестно, меня забыли. Опять, смотри, вон на мне. Какая-то радуга у него там. Или это след от его аквабайка, наверное, такой. Ай, как так, мы последние, ребята! Том расстроился. Ну, мы тоже расстроились, Том. Давайте посмотрим. Я последняя. Давайте посмотрим другой аквабайк. Вот можно такой взять. Мы на нем еще не пробовали. Да, там с цветочками. Ну, давайте. Может быть, Тому понравится. Попробуем. Во всяком случае, на этом аквабайке. У Анжелы. У Анжелы вообще какой-то там с шипами. Да, опасный. Опасный. Можно укоиться. Уколоться, да, можно. Но я думаю, что мы будем аккуратными. Так,
Подводная лодка классная вещь. Жалко, что она мало как-то действует. Совсем чуть-чуть. Да, то мы вылезаем еще, и мы потеряем. Полетели. Без и пока мы летели, мы всех обогнали. Отлично. Давайте перепрыгнем. Пальчик. Вот так. Так, мы хотим первое место, ребята. Не обгоняйте нас. Готово. Спасибо. Хей. Привет, Том. Много нам нужно еще монеток. Еще где-то 100. Давайте. В принципе, мы можем улучшить сейчас за просмотр видео вот тут. Давайте улучшим. Улучшим. Готово. Так уже красиво. Красиво стало, да. И яичничка. Он самый быстрый. Джинджер тоже на таком. Что еще бы ускоряешь? Он не на таких штуках, а? Собирают они наши монетки. Что такое? Отдайте. Отдайте нам монетки. Вот только одну забрали. Дайте нам хоть 100. Давайте лучше бонусы возьмем. Вот. Хорошо. Понятно вам. До свидания. Давайте вот так. Ты что, дразнится, да, такой он прикольный. До свидания. Эх, Анжела забрала наш бонус. Ну ничего. Мы ее все равно обгоним. Да, мы обогнали ее, смотрите. Это первое место, отлично. Да ну, мама, нет. Давайте вот посмотрим. Монеток, да, мы вот накопили на новую постройку. Музыка. Музыка у нас играет. Там. Можно ввести наш ник. Ну, давайте введем наш ник, конечно же. Вот так. И нам остается накопить 600 монет, чтобы достроить дом Тома и открыть Анжелу. Да, ну конечно, это много. Ну да, довольно-таки много. Давайте посмотрим. Что они там у нас делают? Ух ты, как они синхронно все делают. Они не видели. Возьмем лучше бонус. Вот так мы немножко их обхитрили, взяли бонус. Да, подумай. Они не ожидали такого. И магнитик. И сейчас мы вот еще бонус возьмем. Это и магнитик, и удвоение монеток. Супер. Еще? Конечно же, мы хотим победы. Я хочу 1000 монет. Заработать. Готово. Первое место нам дали 117 монет. Да. Ну что ж, совсем немножко нам осталось накопить. Давайте еще разочек. Джинджер вырывается прям вперед, смотрите. Да, как-то. Вот так. А ну сдалось. Мы немножко тут всех обхитрили. Лодка. Давайте возьмем бонус, пока никто до него первым не доехал. До свидания. Опять подводная лодка. А это уже хорошо. Удвоение монеток. Да, вот еще бонус. До свидания. Уничтожили. Не так много монеток мы собрали за этот заход, но зато мы, в принципе, первые. Еще немножко достал. Хочется мне на уточке еще покататься. Давайте поменяем. Да, уточка. Моя уточка. Вот так. Ай-яй-яй. Утащили наш бонус. Это за мою. Что такое бонус? Ускорение? Серьезно? Все, получайте вот.
Взяли мы, да, подводную лодку. И мы как... Ай-яй-яй, тут можно было немножко... Мы как-то... Как-то его толкнули. Все вместе, они тут как-то в куче едут, не поймешь. А еще... И мы тоже... Перепрыгнем. Не расстраивайся, Том, все хорошо. Как же это хмо. Арбузики. Ой, это первое. Мы же первое место. Ой, да нужно. Ах, не взяли бонус. Вот мы взяли бонус удвоения. И магнитик. Нет. Очень вовремя. Пока не... Не стало? Отлично. Хороший результат. Ой! Понятно вам. Дайте мне. Спасибо. Взяли, да, мы бонус. Умудрились мы как-то его выхватить. Спасибо, друзья. А это наше. Спасибо опять. Тоже мы успели, да, очень удачно. А там была будет опасно. Как... Удвоение. О, это нам опа, пытается. Готово. Еще 10 до 100. Я думаю, совсем немножко нам осталось набрать монеток. Я думаю, то еще 70. Ничего себе, мы так прям люди, что? Все поехали сверху, да, мы вот снизу и взяли бонус. Это удачно. Давайте вот так и вот сюда. Магнит. Ничего себе там у Бена аквабайк. Колотуха у него. Скорость огромная, да. Уже далеко-далеко нам его не догнать. На 1000 километров. Ну, второе место. Ну что ж, я так понимаю, мы можем достроить дом Тому. Так. Воу! Вот так теперь у нас круто. Битва с боссом? Давайте посмотрим, что это такое. Давай. Может быть, надо было поменять аквабайк. Ну что ж, босс у нас Анжела. И она сразу вырывается вперед. Ты посмотри. Это босс. Это босс. Получается, нам нужно обыграть ее. Если мы поиграем, то мы получим. То мы пока что не откроем, да. Пока мы... Ух ты, какой тоннель, класс. Ой, где Анжела? Подождите, что происходит? А мы переехали на... Давайте возьмем бонус лучше. Как тут красиво. Просто супер. Еще вот тут два игрока почему-то. Я думаю, она нам уступила немножко. Ну что ж, в любом случае мы победили. Да. А это значит, что мы открыли Анжелу. Анжела какой-то был арбузный.
Вот она такая прикольная. Ну что ж, я думаю, что Анжелой мы поиграем уже в следующий раз. Кому понравилась эта игра, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Хотите ли вы, чтобы мы поиграли в эту игру еще? Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока!